Что-то Вовка зависла, быстро комп перезагружу. Хорошо, нет, это заебись. Так, ну настало время Довокина, да? Я так понимаю. О, кого? Так, сколько мы получается? 4 до профа. Плюс 3, плюс 8 боссов. Драконорожденный, неужели это правда? Сейчас как раз таки два дракона будет. Должны на изи пройти. Да. У меня, короче, света нет. Я все еще жду. Возможно, навалить трю не успею. Угу. Проверяйте, чтобы у людей была роль новичок, потому что я сделал, чтобы новички этот канал видели. Не хочу, чтобы пуги всякие видели эти каналы рейд, там, рейд 25, рейд 10. Чё? Роль рейдера зачем убрал? Я не убирал, я просто открыл новичку. Ну, чтобы новичок у всех, короче, был. Я понял. Ну, короче, кто рейдер был, там они не видели. Я добавил эту роль, чтобы они тоже могли видеть. Ну, понял я это. Ну да, пускай. Что рейдер дает? А хуй знает. Рейдер? Ну, короче, ты больше не зеленый, а желтый, ебать. Заебись. Как листья твои, да, Макс? Почти созрел, да? Да, как мои листья. А еще, короче, ты видишь вкладку ДПС на боссах, можешь посмотреть общий ДПС. Я, короче, вот посмотрел уже несколько разных диаграмм, я понял, что вот этот общий ДПС, это параша, потому что есть моменты на боссах, когда ты не можешь дамажить, а он это тоже учитывает в среднеарифметическом. Ну да. Это все равно важно знать. Ну, тоже верно. Там на это проще туда, блядь, загнать всех нахуй в клаку, блядь, и столб заставить дамажить, то же самое будет. Вот, короче, с сурфа можешь посмотреть столб. Вот, короче, вот сегодня скидывал, еще до этого я скидывал. У нас ДПС, короче, почему-то на сурфе меньше, а на остальных боссах больше. Забавно. Это просто еблали, потому что вот вы сейчас убивали Валитрию, Рарник больше дал, чем на сурфе. Нифига себе, Довокин-то БМ-хант. Ну, подожди, ты про Лану? Я? Макс? Нет, что там заходит? Они вот сейчас Валитрию били. Вот. А, ну, вот, ой, Вальку вот эту они били, вот, и Рарник больше дал на Вали. Ну, я понимаю, что рейд... Ой, этот... Битва там маленькая была. Ну так рейдовый ДПС, чем дольше бой, тем ниже ДПС становится. У тебя, ты глянь, если бы мы убили бы Саурфанга за минуты 2-3, то рейдовый ДПС гораздо выше был бы. Ну не знаю, вот я сейчас вот, допустим, смотрю по диаграмме, как мы били. Тут у нас на третьей минуте у половины, нет, даже у всех откатились проки, и последние несколько секунд... ДПС возрастал. Да я с пламенем бил. Прям... Нафиг я понимаю. Ну, я, да, я знаю, что ты с пламенем бил. Там оно тебя вообще... Выкинул. Чё, зачем его так надо было нерфить? Пиздец. Ну, а что это КП? Тест. Теперь у меня три ник нету. Где мне три ники брать? Тест, говорю.
Жарников, может, ПВК тебе надо, понимаешь? За Тесли? Что? Чего? Да, блять. Может, выпадет на этой неделе. Макрос на ГП я затестил. А. Вон, видишь, там написано отменить. А, все, вижу, да. У него есть. Это просто плюсик вижу. Ладно. Че, зайдут эти друиды? Я пытаюсь. Вот сейчас вроде. О, а фишка-то знаешь в чем? В том, что я на минус, она даже на плюс. Войд, за что 50 гп? За вайп на лане? Надо наоборот. Плюс, а я минусую людям в ЕПЛ-ах, гп точнее. Сейчас плюсик напишу, ну-ка. Хорош. Он там это балует, сейчас разберется. Хорош, теперь работает. О, теперь как надо, а то минусовал, блядь, сейчас бы наебашил минуса людям. Это же VPL-ки обычно минусуют. Так, кто у нас не зашел там? Рависта не будет и Синтека. Ты уже заходишь? Войд. Да, да, сейчас. Войд, за чё ГБ, скажи, два носка. За Лану? За Лану, за Лану. Все понял. Ну, вы там втроем превратились, если не ошибаюсь, и в Торг, а два носка. Не-не-не, все, вопросов нет. Это очень важно. Главное, вот когда мы в Геру придем, этой залупы вообще не должно быть. Это, ну, пиздец. Хуйня осталась, три босса, сейчас ебанем быстренько. Давайте хоть сегодня мы успеем в РС-ку сходить, а пожалуйста. Да не, мы еще послакаем. Чешка не выпадет. Выпадет, три чешки. На там Викторку или краба у кого-то? РГБшные могут чешки упасть или нет? Три РГБшные надо чешки, чтобы упали. Да, там у всех одинаковый шанс плюс-минус. Это просто может повезти и выпадет. Блять, ну если три чешки, это будет заебись. Ну вот потом на ту неделю, когда ходили, я вот, конечно, сказал, нам упало вообще там, ну, ничего не упало. Две чешки на хила у нас, ну вот, вот то, что гильдия ходила, а мы потом вот мальчишцы собирали, там, да, ничего не упало. Ну, а я с пугами ходил, там упало две на милика и одна хиловская, по-моему. Ты загружаешься, там да. Нет, прием. А у меня, как можно, блядь, сейчас я найду эту фигню, чтобы запустить без лаунчера. Все, я нашел. Сейчас захожу. Не захожу. Интернет. Че, мы пульнем тогда пока без тебя? Да, да, запускайте я там, блядь. Так, давай. Через кого херить? Похуй. Через Викторку, через краба, я хуй знает. Есть там без краб? Без Андалара хиль. Там 5%. Это работает. Я слева Вавилаша, справа побежали. Просто хиль, да и похуй, без этой хуйни захилишь. Кто там хилит? Я поставил доспех Викторг. Ну, да, наверное. Вилаша забирает толстый с твоей стороны справа. Еще вон подавление. Что-то Вилаша пробивает. Я открыла портал в изумрудный сон. Спасение, герой. Спасибо.
Я так понял, там кто-то вернул режим рации, что ли, сука? Алло, блядь. О, блядь, режим активации? Или давление блядь? Слева. Оказалось. Приморозился. Suppressor spawn. Ой, так кто-то на тебя нашипел, что ты этот рацию поставил? Да хуй знает, все понемножку. Так, что у нас там? Чё-то непонятно, сколько стаков. Залейте этот водикон по Ахисе. Берегитесь. А, Равист у нас не здесь. Ну, он сейчас зайдет. А, он уже в игре. Suppressors spawn. Suppressors spawned. Ой-ой. Он, наверное, побегай. Дохуя игра стала. Сейчас уже захилит. Сейчас этого пидора Иваковых оставлю, пускай стоит. Толстого, да, не бейте, толстого. Подавление бейте. Все, захилил. С одной хилки. Такс. Гуще это будет. Давай одинаково. Хорошая, да, там что-то. Так. Не помню, есть у меня такие, нет. Короче, закину, да и все. А в РСК не получше? В РСК без мастерства. Там, видишь, они просто статы там.
Так, это параша. Надо ДКшнику. Все, погнали. Там если шкаф внизу есть, то извините. Пока лифт приедет. Бисер еще сдохший, его тоже сманите. Тут пет чей-то бегает, блять, волк туда-сюда, сука. Все, посмотрю. Оп. Нихуя, я понял. Уже запулили, да? Круто. У меня, короче, лажа с интернетом какая-то. Вот вчера мы с вами болтали, у меня телефон сел. И потом, блядь, интернет не работал. И вот сейчас у меня тоже вот такая же фигня. У меня он поработает и что-то опять не работает. Сейчас я вот перезагружаю. Давай пробуй, пока еще трэш сейчас синдра. Блядь, на синдре хуёво будет, если ты не будешь хилить. Даже и хила какого-то другого нету больше. Так, сейчас пойдут большие пидоры там отбегать из звезду. Я слева ловлю, ты справа. Сведем в центр 4 на пула и потом будете увешать. Так, давайте 4 на пула. Я ломал стекло. Чего творить? Осторожно, там милики, не сдохните. Все, возвращайтесь в центр, сюда уже. Мы на синдре пьем сапроты? Да. Ёбаный рот, нахуй, потерял жука, сука. Твари, блядь. Боль, да? Потерял нахуй жука, на которого две болезни кинул, чтобы через него мор ебал. Пидерсия, блядь. Пизда, блядь. Сейчас еще пачка мелких и все. Ебать, пропадет, сука. Ай, блядь, пизда. Ладно, похуй. Все равно на рейд сейф не надо. Так что похую.
Ну, тут тоже квест делается. Так, да. Отмените эту молитву, чтобы не получил пизды Юпсин. Нет, не получилось, еще в тень съебу. Так, гайд, как надо сводить мобов, не делая 100 кругов вокруг них, показываю один раз. Так, вот надо сводить мобов, делаешь грипп. Да, и не хилите его, не хилите. Так, а теперь распространить болезнь, получится, нет? Вроде получилось. Бать, просто когда прошел стоп-кадр, все включилось и трэша уже нету. Так вот. Сука, не на того, блядь, посмотрел. Чё там, Синтек, у тебя, может, дракона убьем? Вот сейчас пробую зайти, я не знаю, я подождал, может. Чуть-чуть интернет выключен, но состояние, по-моему. Сейчас получше будет сейчас. Хуёво, страховки никакой нету в рейде хила дополнительного. Вадикон рестра качает. Что там, пускает тебя, нет? Да, да, вот сейчас уже загрузило. Сейчас должно. В игру зашел уже. Да, ты тэпаюсь. Все работает. Успеешь до нас добежать, тут надо будет захиливать, когда дракон умрет. Бегу, бегу. Так, ныкаемся от фера. Это был бросок через бедро. Был дракон там, а оказался здесь. И теперь от фера прятаться нужно вот здесь. Круто. Это еще один фир. Блять. А, нормально. Все, после фера сразу сбегаемся туда к воротам. Захиливаемся. Сбегаемся сюда. Убираем тотемы. Петов. Все, сильно далеко не бегите внутрь. Назад, назад, зачем? Ешьте хавку, мага. Нормально. Я вижу, один хуй ты вылетел. Синтек. Да, я вылетел. Это хуёво, ну, наверное. Ты... У меня... Да, это хуёво почему-то. Почему-то? Просто вылетел. Это ну... вообще очень хуёво. Я не знаю, почему так. Просто вылетел. Что же с этим делать? А можешь это типа беда? Чего сделать? Рыбу дайте, кто-то. Так а сейчас ты будешь вылетать или нет? Может у тебя что-то с игрой, блядь? Или с интернетом? Я не знаю, но я вроде последнее обновление скачал, вот только что было. С интернетом я бы тогда не перезаходил бы обратно, наверное. Можешь попробовать кэш почистить. Чего? Здесь много вариантов.
Что, Люба стоит? А, у меня есть Люба. Сейчас посмотрю, может, у меня кто-то просто в игру заходит. Фильм аккаунт. Так. Пейте сапроты, у кого есть, у кого нету, давайте войду обмен. Дам сапрот. Здесь что, здесь надо под дыхание, да, замигать под лицо? Четыре дыхания. Когда четвертое словишь, таймер на 6 минут пойдет. Твоя задача не сдохнуть. Full Frost Resist тебе надо одеть. Я есть? Делаю что? Вот, танкошмот, всю хуйню. Ты должен находиться в фуриспеке, в защитной стойке и бегать вообще на коне. Ну, типа, по идее, оно не должно шотать. Если ты со всей этой хуйней сапротом, не должно шотать никак. Вот. Под четвертое уже можно, в принципе, когда вот ты на фазу переведем, уже под первое дыхание на фазе отдашь ШВ и слезешь с коня, уже там почилишь просто в мелизоне. Так. Че, не вылетаешь, пока я вижу, нормально все? Да вроде да. Если не дышать, то в принципе. Так, от чего здесь люди сдыхают? Первое, на взлетке. 4 бомбы бросают, от них надо за склепом прятаться. 5 склепов внизу, вот здесь, внизу ступенек ставите. Склепы — это синяя голова, это меточка над головой у игроков. Это нельзя ловить ни в коем случае, в керри это будет шотать. Вот за это будет ГП. Потом от притяжки надо отбежать. И третье, и последнее, это на второй фазе все глыбы ставите звездочку. И слушайте внимательно, за каждой глыбой, которую ставит босс, посылает людей, за каждой глыбой надо стоять и скидывать стаки в течение 6 секунд. Вот. Если вы хотя бы одну глыбу пропустите, то следующий склеп, если он прилетит на вас, то он вас шотнет. Будет не 15 тысяч урона, а 30 тысяч, вы сдохнете, будет вайп и пиздец будет. То есть это все, что надо исполнить на второй фазе. Когда в сторону, когда геру, все это я скажу. Ваша задача — отбежать от притяжки, спрятаться от бомб и на второй фазе стоять. Вот кемп для этих, для РДД. Вот вам ромбик. Чтобы вы понимали, примерно стоя в ромбике, человек, если стоит со склепом везде, он вас не заморозит. Ну и самое главное, что тоже, может, кто-то не знает, когда человек с синей меткой над головой, от него надо держать рейндж. Если кто-то боится, то примерно как между звездой и ромбиком держите рейндж. Но так немножко на пару метров поближе можно. Вот. Если будете нарушать рейндж 12 метров с меткой, с синей меткой над головой у человека, вы будете получать второй склеп в подарок. Его ДПСить надо, человека освобождать. Это может быть хил, ДД, танк. Ну и склепы на взлетке, 5 склепов надо подбивать. Раньше времени, раньше 4 глыбы их не разбивайте, но до 20% доводите. Все, проверка. Все готовы, спускайтесь вниз, запускаем. Блять, мне уже была истерия твоя, да? Ебал по нему истерии, блять. А, пох. Притяжка будет скоро, готовьтесь, поближе к боссу вставать, чтобы успели оббежать. Беги, малышка, беги! Здесь так и же не ауешит, рейд? Нет. Метки вниз 5 штук. Между собой и от них рейндж. Отлично. Где-то под этой глыбой падает. Нормально. Подбивайте склепы. Вторая падает. Третья слева от звезды. Вот два склепа слева, фуловые стоят, РДД, обратите внимание. Четвертая, последняя падает тоже слева от звезды.
по склепам, по фуловым больше ДПС. Вот это хуёво. Так, что у тебя там с дыханием? Сколько ты словил? 2-2-2. Все, четвертое не лови пока. А то таймер 6 минут будет. Притяжка скоро. Отбегаем. ДПСика мало у нас, конечно. Метки также. Спускайтесь вниз. Только вдвоем, втроем не бегайте. Двойной урон получите. Получили двойной урон. Справа далеко. Отбивайте склепы, не смотрите на них просто так. Левее центра. Два центральных подбейте. Слева близко. Третья бомба. И последняя бомба. Справа близко. После нее сразу склепы зергаем. Склепы добиваем. Тяжко будет, скоро готовимся. Готовимся. Беги, малыш, так, отбегаем. Да, немножко не хватает. Будет взлетка все равно. Когда приземлится босс, будет сразу фаза. Там 2% переведем. Ветки, дыхание поймаю, последний ответ. Да. Так, падает где там в центре. Там же в центре. Третья справа близко. И четвертая слева далеко. Four, three, two, one. Так, давайте ебашим. Все, последнее словил. Все, теперь первую звезду и сразу разбить. Милики, можете уже уйти. Вьюпсинь звезду. Фулл щитки по нему. Сразу разбиваем его, это хил. Надо быстрее его освободить. За каждой глыбой не забывайте скидываем стаки. Следующую звезду и будет притяжка. На ком там бисер звезду, ушли милики. Щиток себе. Эту склеп не бить. Этого хилим Вилашу хилы. Отойдите от склепа. Беги, малышка, беги. Отбегай, кто там. Сразу закончилось разбить. Следующую звезду и сразу разбить. Ванцент звезду. Милики ушли уже. Звезду идет. Сразу разбиваем. Угу. Все, и следующую опять звезду и сразу разбить.
когда Геру я скажу, добиться еще 4 минуты, так что не торопитесь никуда. Лучше с первого трая убить. Так, Эвилаша в звезду. Блять, на тебе метка. Ёбаный рот. Как мы поздно это заметили. РДД быстренько разбить за синдрой склеп. Быстренько все сыграли по склепу. Быстрее, быстрее, быстрее. Это танк, освободить его надо. Сейчас немножко сдвинетесь относительно, как звезда стояла. Это, меточку вперед. На ком там склеп? Синий склеп на ком? Сейчас весь рейд заморозится. Вон он склеп, возле хвоста бегает. Блять, или не кинулось еще? Еще нет. А, все, хорошо, ждем. На кого склеп там кинется? Акиса. К боку синдры подноси. Войда пока хилим. Хвостом смотри, чтобы не откинуло. Не обязательно в звезду, блять. А, уже... Блять, сыпь, что не дали? Ай, блять, дал не зыбку. А, притяжка нахуй. Я понял, блять. Залупа ебаная, блять. Дайте ему зубы, какую-нибудь хуйню. Вот, с Вюпсень на хп читай. Разбивайте эти два склепа быстрее. А там уже... Все мертвые. Да. Поебень ебаная, блять. Сука, говно, блять. Ебаный рот, блять. Че, два раза подряд на него, что ли? Нет. На танка, блядь, кинул все склеп, он стаунтил, танчил босса, блядь. Я пока это увидел, блядь. Пизду нахуй. Заходите, бегите на эту хуйню, как она называется. На синдру, портал. Эй, блядь. В следующий раз, если это кинется, беги. Ну, похуй, беги в звезду. Или ближе к центру босса, чтобы, ну, чтобы я забрал, и ты уже к звезде бежал, а не на ту сторону босса. И когда такая хуйня, я же вам говорил, когда склепы вы пропускаете, не скидывайте стаки, за ним вас шотает глыба. Если такая хуйня еще раз происходит, ну, кто-то там на той стороне, вы разбиваете там, и на следующего человека летит склеп, его надо в звезду поставить в любом случае. И если такая хуйня происходит, человек, который идет, у него уже стаков тенс энергии много, по нему магия больше бьет в два раза. Вы должны его закинуть зубы, этот дух, блядь, массакруай на вен, каплю, блядь, любую хуйню. У меня не было капли, я хотел дать, но у меня не было. Вот. И, ну, это на будущее. Эта ситуация нестандартная, блядь. Подбегайте сюда, ешьте рыбу. Ну, там миллисекунды, блядь. Она, по идее, тот, кто таунтит, не должна кидать склепы. Скорее всего, кинулась, и через секунду ты уже когда-то таунтил. Поэтому незаметно было. Ничего страшного. Бывает. Бывает и такое. Вот, но с этой хуйней имейте в виду, если человек склеп пропустил, ему надо сейвы давать. Пул захилить, сейвы, щиток, блядь, руки, всю хуйню, блядь, капли, блядь, духи, пиздат, всю хуйню. Все, делаем заебись. Сейчас просто такой уже хуйни, наверное, не будет. Ну, если и будет, вы уже готовы к этой хуйне. Железный. Иду запускать. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордсвала унесут ваши души! Готовимся, притяжка скоро будет. Ебанутая, блядь, тварь. Засиливаем рейд. Блин, что это было? Вообще поебень какая-то. Синяя метка в рейде, спускайся вниз. Так, падает слева от центра. Точнее, справа. Ебал. Близко за ромбиком. В ромбике. За склепом. Вот. Эйя не видит. Где падает слева далеко.
это третья. И четвертая, последняя. Падает слева близко. Спрячьтесь. После дыхания нет, будет притяжка, готовьтесь. Чё у тебя? У меня, походу, Вов умер. Кто это? История. Охуёво. Так, готовимся, взлетка. Метки вниз. Вместе не бегайте вдвоем. Ну чё вы делаете, блять, бомжи? Вас же убьет так. По центру, возле звезды. Не разбейте раньше времени там. Третья, центральную подбейте, фул хп стоит. Ну, блядь, захиливайтесь. Слева далеко. Последняя, четвертая, не сдохните. ДБМ вообще всякую залупу вещает, блядь. После дыхания будет притяжка, готовимся. Так, скоро притяжка. Беги, малышка, беги! Ну, смотри стрим пока что. Должны убить. Сколько у тебя дыханий там? Ну, 6 секунд там. Пару процентов не хватило, ну ладно. Метки вниз. Вдвоем, втроем не бегайте, там дамаг получите, пиздец. Уступайте место друг другу. Вот это вот что за хуйня. Справа падает. Близко. Справа. Третья справа за склепом. И четвертая слева далеко. Нахиливаемся. Сейчас будет сразу фаза, 2%, готовимся. Так. 1%. Пошла фаза. Готовимся. Склеп 1 секунда. Милики, сразу можете уже уйти. Смотрим. Склеп в звезду. Короче, остался. Сразу разбиваем его. Блять. А, это хантерский пет. Я 7, да. Так, следующий звезду и сразу разбить. Но стресс в звезду. Так, сразу разбиваем. Ой, нет, не разбиваем, я забыл, блядь, притяжка. Стопаем, стопаем. Наебал. Это ж притяжка сейчас. Сейчас просто стоим, хилимся, чилим. После притяжки сразу разбить и следующий сразу звезду. После притяжки зергаем его. Оп, зергаем. Железный в звезду. Все ушли, милики, отсюда. Не заморозьтесь. Забрал, иди.
Заебись. Повела шухильте. Разбивайте быстрее следующую звезду и также сразу разбиваем. Угу. Так, Вюпсини. Сразу разбиваем его. Так, следующий опять же звезду и опять разбиваем. Вроде как. Так, вроде да. Да. Сразу его разбиваем. Вот, и уже следующий звезду и будет этот притяжка. Ой-ой-ой. Хилим. Так, звезду на ком там? Эзер. Эзер. Так. Его не бьем. Будет притяжка. Вилашу хилим, он сейчас босса танчит. Стоим за глыбой ровно, чтобы нас не притянуло. Вот кого-то притянуло. Еще немножко один принесем, звезду сразу разобьем. Фулл ДПС по склепу, рарник вперед, милики ушли. Еще одну поставим. Рарника сразу разбиваем. После рарника все в сторону и фулл ДПС по боссу. Фулл ДПС по рарнику. За следующим скинешь, если не успел скинуть Геру. Фулл ДПС по боссу. Хуярим. Так, скинул, заебись. На стресс в сторону. Так, меня не заморозишь, надеюсь. Все, стой. На дыхание не сдохни. Вот, почти. Чуть-чуть бы еще и сдох. Давай, Вилаша, незыбку нажимай. Следующую вправо, склеп там в сторону хвоста вынесите. Все, в принципе, лям добили. Если продлеваю незыбку. Нормально. Очередная великая победа Орды. Виталик упал, нифига себе. Разбейте склеп. Хотел сказать, не бегите там Вальки, а мы Валик убили, блять, как я счастлив из-за этой хуйни. Сервакало. Спасите Рарника, пожалуйста. Давай. Раскрыньте лут. У меня вроде не лагает, я Талик разраливаю. Физического урона, заклинания. Ёбану. Два защитника, блять. Талик. Так, по приору нажимает сотку Вихторка. Пока выше его никого нету. Получается Вихторка ГЦ. Ну, ГЦ получается. А Вадикон что не ролит? Ему не нужна, что ли? Не помню. То ли он ниже там был, то ли что. Да нет, он выше. Вадикон, ну, ты нажимал что-то? Я не помню. Блять, закрылась уже табличка. Так. Один на стресс, один тебе отдам. Все, пошли на лича. Ну, он его отдает. Я на сове гонял с Таликом, а потом трубу с десятки гер выбил. Стал с трубой гонять и вот этой Сталгородовской. Пошли лича, разъебем. И быстренько РС-очку у нас время есть. Сегодня вообще сколько хорошо. Труба дает из ПД? Ой, там что-то 200 с чем-то. Не помню точно. Ну, это там, она же настакивается. Да, там стаков 20, что ли. Ну, в сумме. Ну, надо посмотреть цифру, линканить его. Да, умножить вот, на 20. Вот, я вот линканул. 240 дает СПД. Да, 10 стаков. Да. Так, и Вилаша на шаркарях, как обычно. И что, 240 СПД, так все время оно висит, что ли, что? Не, да, если 10 секунд не кастуешь, она с тебя спадает и заново настакивать надо. Видишь, он там на 10 секунд. То есть, соответственно, если ты 10 секунд не кастуешь, урона не наносишь, то она спадает и заново настакивает. Она сильнее, по идее, получается. Не, это что-то мало. 240 СПД висеть, это мало. Так 240 СПД у тебя висит все время. Здесь она там секунд сколько? На 15 вешается или что? Сколько косарь? Там на постоянно. Там то на то и выходит примерно. Короче, это калькулятор надо доставать, не заебывайтесь сейчас. Че? Принимайте готовность, Юпсин. Лич проще, чем Синдра. Точнее, еще проще, чем весь рейд. Все, пойдем чешки выбьем. Наконец, хваленые силы света, мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордрик. Блять. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты. Просто
десятки тысяч душ. Блять, непонятно, что написано. Ладно, похуй. Чё, где? Да вот, блять, цели Валькиры ТНДБМ ебаным показывает. РДД, короче, в луне. В квадрат чуму выносите. Милики с личом в треугольнике. Диспелит. Кто диспелит? Кто у нас диспелит? Лакиса, ты, да? Рарно диспелить умеешь. Давай я подиспелю. Давай, вон Акиса диспелит. Считуйте нормально. Не парьтесь. Секунда до пола. Так, шаркающий. 2 секунды. Так, чума вроде как после заражения должна быть. Не готовимся, на ком чума там. История. Ага. Чума 3 секунды, готовимся. Бисер. Так, шаркающий, что там? 5 секунд. 3 секунды, 2 секунды, поворачиваю. Шаркающий. Чума 5 секунд, готовимся. 2 секунды чума, смотрим на ком. А, не успел. Добиваем мелких мобов. Немножко подрастяну. Сферки подбивайте. Диспелла и Вилашу. Все, последнего духа на него напуливайте, а если без КД на пул забирай последнего духа. Сферку подбиваем. Разбивайте сферки, повернитесь, и последний еще вам в центре летит. Еще одну разбейте. На нее только не бегите, а то улетите. Так, за спину ключа встаем. 2 секунды вальки, в одной точке за спиной стоим. Хватают вальки. Full DPS по 3 валькам. Всех надо разбить. Замедление, где не вижу. Конус холода, любую хуйню, ну быстрее, замедлите эту парашу. Оскорнение 3 секунды, милики ушли из-под валик. Из-под валик все ушли, милики, РДД, хилы. Так, на ком там, на зукле. Добивайте вальку быстрее. Так, теперь давайте на другую сторону будем пускать валик. Вот на эту сторону. Расположитесь от глыбы до портала полукругом на железную хуйню. На кольцо железной хилы РДД. Так, милики, через 3 секунды выходим из центра. Все с центра выходим, все, выходим с центра. Сначала смотрим, где разлилась лужа, и потом уже идем бить валик. 3 вальки будет. Так, где разлилась лужа. Так, отлично. Теперь все идем в сторону валик, full DPS. Милики по 2 валькам, РДД по кружку, переключитесь. Милики к вам подвел лича. Кружок, треугольник лича зергаем. Кружок РДД. Ну, блядь, стан есть какой-то? Алло. Я ебу, блядь. Выходим с центра, оскорнение 5 секунд. Кто это? Анреальный. Синтек реса Анреального. После заражения встанешь.
Сначала осквернение, и потом возвращаемся в центр. Возвращаемся в центр. На первоначальную позицию в сторону треугольника будем лететь. Сука, по луже не бегайте. Вставайте быстрее за спину Лича. Фулбаф по ханту. Каскула по пристабаф. Фуллак. РДД, переключитесь в ромбик. Милики две вот эти вальки бьем. Веду Лича. РДД все по ромбику, фулл ДПС. Осквернение 3 секунды. Отходим от Лича и уходим с центра. Вроде нормально. Так, на топе осквернения. Еще Лича надо бить. Возвращаемся в центр. Также в сторону треугольника полетим. Еще волну валик будем бить. Вальки через 7 секунд. Готовимся. После этой волны уже будем переводить. Когда вальки схватят вас, через 5 секунд будет осквернение. Готовимся. Вальки хватают. Раз, два, три. Все, из-под валик ушли. Все милики ушли из-под валик быстрее. Осквернение 2 секунды. Как только разольется лужа, фулл ДПС по валькам играем. РДД уже играют по валькам. Осквернение нормально. Все, идем, бьем валик. Фулл ДПС по валькам. Зергаем вот эти, ну, замедление, станы, гнев небес, любую хуйню, давайте. Все, 2% у Лича, фулл ДПС по Личу. Ауру на лед поставьте, дам незыбку. И Айновен дашь массакру. 0.5% на мужика бьем. Даю незыбку. Давайте налет, давай массакру. Запрыгиваем. Прохиливаемся. Бьем. Первый, третий мой, второй, четвертый твой. Так, первый мой. Второй твой. Кто-то сбивает досты духов. Четвертого на Эвилашу напулите уже. Придержите на пулу. Сейчас это я сам заберу. Третьего. Сверки. Сферы, сверы. Эти сверки сейчас в два раза больше. Алло, долетает сверка до рейда. Очень опасно, страшно. Духа зергаем. Сверки близко. Помогайте РТД. Четвертого духа на пул на Эвилашу. Сверки быстрее убиваем. Максимальное РНЖ. Готовимся, фаза закончилась. Еще одна сферка летит прямо в меня. Разбейте ее. Сейчас хилы, 5 хилов приготовьтесь. Будет челика забирать в комнату Лич. Так, забирает на приколе. На приколе тебе нужно убить красного духа. И когда он будет кастовать каст, тебе нужно нажать глушащий выстрел. Либо какой-то стан петом или какую-то залупу, не знаю. Осквернение 5 секунд. Право-лево бегите в сторону за Личом. Нужно прятаться за спиной Лича. Осквернение даже на танке, может быть, смотрим внимательно. Бежим уже к Личу быстрее, осквернение есть. Прячемся за спиной Лича. Незыбка КД, блять. Так, хлопаем духов. Хилим и Вилашу. Нормально. Давай, Аки, составь тотем, бисер на ману, прочитай. Маны что-то у вас не очень. И сдайте там водикон, сдай на кого хочешь там иннер. Осквернение 5 секунд, бежим за Личом. Право-лево, разливаем осквернение. Переходим уже на другую сторону. Осквернение на мне. Сильно не торопитесь, не врежьтесь в лужу. Вот, немножко в бок отвел. Все, прячемся, давай немножко сюда перебазируемся. Прячьтесь за спину Лича. Нихуя себе, там купол хлопает, охуеть. Захиливаем челика, захиливаем Акису, блять. Все, вырос, дал незыбку. Захиливаем Войда. Зубы Андрея, дайте Войду. Какую-нибудь хуйню там, зубы. Акиса встал, заебись. Осквернение. Осквернение разбежались. Быстрее рейндж наберите, милики. Духов пропустил каст. Вот они сейчас только будут после осквернения. Все нормально. И уже к трону бежим. За глыбой. Прячемся к ступенькам. За спиной Лича. Бать, жесткие приключения у нас. Гера, да зачем? Ну, да, похуй. Типа, похуй вообще. Так, прожал зеленку. Лопнул пару духов. Нормально. Капитан,
капец, кто вайпнул? Очередная великая победа Орды, я бью. Ой, бля. Вы этому человеку кидайте сейф, которого забирают в комнату. Они не были готовы его захиливать. И тем более, нет, что даже сейф, любой сейф дать, он уже выживет. Короче, там должно все лететь. Вот он сам хил, он сам себя не может хилить. Так бы еще плюс быстрена была, если был бы какой-то ДД. Но там, что, паладином, что там, Т4 нажимаешь, сразу закидываешь шоки. Если без КД, конечно. А так я хуй знает, один шок. Пока раскастуешь свет небес. Плюс кто там? Выпсень, крылья, бисер, исповедь, блять. И синтек. Да его вообще не хилили. Да, проебали пацана просто. Получается, получается хилы без ДБМа играют. Все сказали, оскорение сказали, лужу сказали, вальку сказали. Перебегать от духов сказали, но, сука, вторая жатва, блять. Хорошо, что в Гере забирает весь рейд. Не надо такую хуйню захиливать. Ну и еще он откровенно... А как маг выжил? В глубу, что ли? Диван дали ему. Сейчас быстренько в РС-ку летим, сейчас шмот разролим с этой хуйни. Там все разъебываем. Так, что там у нас? О, нихуя, клятва Тиренос. Ебать. Защитник кому надо? Так. Давай, Давакин, у тебя дона нету, тебе закину подарок, блять. Первый твой рейд. Соберешь какой-нибудь Т10 на какой-нибудь спек ханта. Так, покоритель. Все нажимают распыл, закидываю синтеку на... Нет, чуть не... Ладно, давай Ванценту закину на Аркан Мага. Тиренос. Че там, клятва хранитель уже разролили? Нет, еще Тиренос сейчас разраливаем. Так. Круто. Что-то никому не надо, что ли, Тиренос? Да я вроде нажал. Я 100% так. Нажал, нахуй. А, вот Вьюпсень. Короче, у Вьюпсеня 3 с чем-то. 3.6, а у Бисера 3.2. Ну, они оба чешку забирали, они же крутые ребята. Так, переместите Рависта, я не могу. Надо ему роль новичок еще дать, чтобы он мог видеть эту хуйню. Все, переместил. Так, чё, отдаю по ИП, да? Вюпсеню, правильно? Так, чё у тебя там? Одноручный посох. У меня в хенд есть, он лежит с кражана, как у бисера. Такой же. Так, закидываю. Чё там, 300 же вроде как, да? Пух, если честно, не ошибаюсь. Клятва. Так, у кота есть, если не ошибаюсь. О, Вихторка клятву ролит, нихуя себе. Кто? Это, наверное, он ошибся. Ты можешь за мою ИП дать челику другому? Какому? По приколу. Ханту по приколу? И... Или как? Ханту на приколу. На приколе. На приколе. Давай посмотрим, кому еще надо в рейде. Да нет, ну такой вот нет, такой. Нет, такой параши нету за свое ИП, там, за свое ГП. Давать кому-то. Не, не. Олег полутал, щедрый стал, смотрите, нахуй. Так, так не работает. Ну вот смотри, 50 нажал синтек. Дальше вниз по приору. Вот сотку нажал. Ну, в принципе, ханту лучше отдать, потому что ему апнут статы, а синтек не танчит. Поэтому надо ханту отдавать. Вару так, не вижу смысла. Я, блядь, не танчу, потому что мне не предлагают. Ну, когда-нибудь, когда я буду играть эрдру или каким-то хилом, может быть, еще потанчишь. Ну, пока что я ханту закину за фул. Синтек, делай сову себе. Да, блядь, есть у меня сова, нету токенов. У тебя не сова, у тебя жалкое подобие совы. У меня 2 Т10. Если я в каре выбью токен перчатки, то будет 2 Т4. Еще так, сверху. Летим в РС-ку. Я десятку даю, так что не надо мне тут, блядь. У меня триня 200-я и палка какая-то дешевая.